Всем привет! Сегодня у нас на обзоре одни из топовых бюджетных наушников из Китая. Беспроводные наушники BlueDio H-Turbine. Заказывали в Харьков, посылочка была авиапочтой. Заказывали 6 июля. На руки посылочка уже была доставлена 29 июля. Ну, то есть довольно-таки быстро. Доставка у нас составила 23 дня. Продавец попался общительный, обещал хорошо упаковать. Как мы можем наблюдать, обмотали максимально качественно. В принципе, будем разбирать, открывать, смотреть, что у нас внутри. Это беспроводные наушники BlueDio H-Turbine. Вы любите слушать музыку, но не хотите платить дорого за именитые бренды, тогда вот порекомендую вот эти наушнички. Довольно-таки хороший звук за эти деньги. Ух ты, упаковочка супер просто. Вообще. С именным скотчем. Сейчас мы попробуем не повредить, открыть. Как мы уже можем наблюдать, наушнички у нас без оригинальной упаковочки. Но это было заявлено в объявлении. Ну, упаковочка действительно на высшем уровне, как обещал продавец. Наушнички пришли целые. По качеству хорошие. Мягенькие. Но в комплектации у нас не так много. В принципе, здесь ничего и не нужно. Здесь идет мини-USB, мини-джек 3,5 и мануал. Английский и китайский. Ну, в принципе, давайте немножко я могу познакомить вас. Это беспроводные наушники Bluetooth BlueDio H-Turbine. Вы любите слушать музыку, но не хотите платить дорого за именитые бренды, ну тогда порекомендую эти наушники. Эксклюзивная технология увеличенного динамика до 57 мм обеспечивает мощные и чистые басы, а также 3D звучание и хорошую детализацию высоких и низких частот, которая погрузит вас в мир качественной музыки. Встроенный микрофон и система эхопоглощения обеспечит вас с чистым общением с удаленным собеседником. То есть довольно-таки хорошее качественное общение, так как на тесте мы их уже пробовали, на работоспособность. Наушнички показали себя хорошо. Здесь все это хорошо, можно сказать, поддержит довольно емкий аккумулятор в режиме разговора примерно до 45 часов. В режиме прослушивания музыки порядка 40 часов. Также в режиме ожидания эти наушнички смогут пролежать у вас порядка 1625 часов. При этом зарядка всего примерно около 2 часов. Соединение со смартфоном у нас происходит по технологии Bluetooth 4.1, одна из последних, по расстоянию примерно около 10 метров свободного пространства. Мультипанель, как мы можем наблюдать, позволяет отвечать на звонки посредством нажатия клавиши либо голосовой команды Yes и No. Также переключать треки и регулировать громкость. Тише, громче. Также материалы качества. Хотел сказать по материалам качества. То есть наушнички сделаны очень качественно, на свои деньги. Здесь, правда, нет никакого металла, но это даже плюс в том, что они легкие, на голове меньше веса. Здесь идет пластик и хорошая качественная искусственная кожа. Довольно-таки все мягкое и форма не меняется. Это позволит вам хорошо мягко лечь на голову и не будет пропускать лишних шумов. Также хотел еще немножко рассказать по поводу того, что через мини-джек можно использовать их как обычные наушники. Но единственное, они будут
не будут использоваться клавиши, ни громче, тише, ни переключение треков. В беспроводном режиме вы их подключаете, здесь идет включение, зажимаете, наушники включаются. Потом тоже небольшим нажатием происходит включение, чтобы смартфон обнаружил наушники. В Bluetooth режиме вы включаете треки, пауза, play, переключение треков, как можете слышать. Здесь идет громкость, громче, тише. Также с голосовым сопровождением. Отвечать на звонки коротким нажатием на включение-выключение. Ну, что могу сказать. Наушнички очень классные. Честно, но чтобы не переплачивать там несколько сотен долларов за качественную музыку, можно вполне обойтись вот такими наушничками. Ну, честно могу от себя сказать. Наушники супер. Можно пользоваться, можно слушать. Рекомендую. Всем спасибо. Знаете, что делать. Ставьте лайки, делитесь видео, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. С вами был Grand Life.